Ага, сучка. Спа... Проскочил? Он справа проезжает. БТ-5, останови его! Он справа проскочил! Stop him! Блин, чуть-чуть не хватило. Справа, 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 справа. Давай, сучка. Давай! Давай! На! Гусеница! Гусеница! Говно! Вот я говорил говно. Я же говорил вам же говнище. Я вам говорил. А чем ты стреляешь? Фугасом долбанул. Ой, его уничтожил, все. А ну... Говно. Так. Та-да! Гусеница. Это была гусеница. Сучка. В принципе, за 50% скидки я считаю, что неплохо. Потому что я не припомню, чтобы они больше 50% скидывали. Это максимальная скидка, которая вообще возможна. Ты тормознул хорошо. Как я вовремя притормозил, пацаны. Ой, как я хорош на БТ-5. Откуда вообще у меня эта техника? А хер тебе! Нормально вообще развел, пацаны. Он последние ракеты на меня продул. На тебе! Следующий. БТ-5! Будет всех ебать! Нахибать! Йо-йо-йо-йо! Не-не-не-не. Уклонился. Второй! БТ-5! Будет всех... Так, вот так вот. Плевать уже, да, что будет. Лайки, пацаны, скидывайте. Ну як тут можна іграти, коли на Хортені і на Сейбрі літають, а в нас два врага влітають. Тільки заряджаючого! Да що, мать його, відбувається з совєтською технікою, тільки заряджаючого. А він мене в ЛД пробив. Ні, в пизду, це пиздец, ребята. Ну як не горіти? Як не горіти від такого невезіння? Ви посмотрите, що відбувається. В нижній бронелист йому стріляю від третього лиця. Йому тільки заряджаючий погиб. Тільки заряджаючий. Я на цьому кумулятиві, блін, дрочив танки топового ранга ваншотил. А сушка сотая только заряжающий. Да. Вот смотрите, вот в чем фишка? Он птуром вообще в правую верхнюю часть попал танку. Разнесло к херам. Я же только заряжающего убил. В нижний бронелист. Как это работает? Не любит этот танк. Да, сегодня... Тундра, ты это брось. Серьезно тебе говорю? Прекращай. Ну что за истерика, а? Тундра. Ты что, как истеричка себя ведешь? Что я тебе сделал вообще? Ну, пару раз оскорбил, ну и что? Ну, с кем не бывает. Извини, конечно, но... Ты мне тоже много раз обижала, Тундра. Прекращай. Мы квиты. После боя напиши ПЖТС. Ок. Хорошо, спасибо, Тём. Напишу, напишу. Сюрприз! Я не зря тут стоял. Вынашивал свои гениальные планы. Поехал на точку. Жук. Смотрите, какой он быстрый, когда задом сдает. Видите? Задом быстрее. Кто там так шутил, что задом он быстрее? Шутнички, а? Из каких-то ебеней, извините за слово. Я даже не мог его рассмотреть. Как читерюга. Сейчас накажем. Погнали. Вижу, вон один танк. Видите, нам надо сначала вот с побережья снять. Паренька. Вот видите, вот. Раз. Давай. С ними мы пообщаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Взлет. Тягу. Ну, только форсаж, бой. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Два прямых попадания подряд. И еще один залп.
Так, кто? Откуда? Ага. Выкручиваем бой на всякий случай. Вот так вот. Пиу! Прямое попадание. Так, все. Месть свершилась. Ту-ту-ту. А, нет, так даже интереснее. 80 метров бронепробития. Сейчас я на нем, наверное, знаете, что делаю? На пятый ранг поеду. Сейчас вот главное, чтобы немцы были против нас. Deutsche Soldaten против или за? Заметьте, ребята, он у меня стоковый. Он стоковый, и экипаж тоже не прокачанный. Я не знаю, ребят, если я нагну, ну-ка. Есть шанс, что немцы против нас. Если я леопарда уничтожу, это я не знаю, это будет просто бомба. Леопарда засмеют, мне кажется. Выгонят из клана немцев, немцефилов. Он, ему запретят кидать зиги, руку вот эту вот правую завяжут, там привяжут к поясу, и он просто будет потерянным немцем. Им ходить грустно. Вот. Его перестанут называть истинным арийцем. Ну, человек просто потеряет смысл жизни. Я хотел вот типа, вот, где там это приветствие, там, да, милорд, все дела. Ты что тут делаешь? Не пробил, не пробил, не пробил, не пробил, не пробил, не пробил. Ха-ха! Выгоняйте, гада! Выгони! Гоните его в шею! Так, сейчас это там, кто у них там, немцефийский клан? Что за клан, короче? Жесть, жопа! Ой, все, короче, пацана выгонят теперь с позором. Просто с позором, о! Ай, жесть вообще! Пацаны, леопарды есть? А если найду? Маусы! Не-не-не-не-не, это уже все. Это не мои клиенты. Я уже рядышком. Вот тот самый злосчастный. Ага, понятно. Значит, говорите, вы тут батьки. Сейчас будем прояснять. Сейчас, сейчас, сейчас. Чё, пацаны? Что с лицом? А, на наших идет. Смотрите, вот жук. Раниваемся сначала. Чё, пацаны, чё с лицом? О! Ну, сейчас тебе будет стыдно. Еще, ребят, готовьте еще одного немцефила к позорному увольнению. Великолепно. Заслужил. Спасибо! Сейчас, 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 сейчас. О, разворачиваться начал. Так, 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 так. Такой, ну, сейчас я там пофармлю. Я такой невидимка и такой... Нее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 ee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 
Ай, ракета ему прям по щекам. Ой, боже мой, пацаны, вот сегодня стрим так стрим. Так, я обещал почитать, мы побеждаем? Нет, смотри, я еще не побеждаю. Опа, ПВ-4202, привет. А теперь тактика, ребята, которую вы так долго ждали. Жопа из... ёпта, на, работает тактика. Спасибо. Тактика рабочая, ребята, я вам говорил, уже минус 2. Они просто в шоке, они, блядь, не понимают, что это танк какой-то, ну, блин, ну, наш британец родной, это Арчер, наверное, едет. Вот, только они так катают жопой туда-сюда. А это не, Арчер. Видите, как работает? Погнали дальше. Что? Можешь иметь мою жопу. Но моя душа, мою душу ты не заберешь. Сволочь ты такая. Просто никого. Ну как это так? А, там кто-то был уничтожен. Ай. Ну тут победа, конечно, ребят. Немцы тут затащили. П-51
Блин, я ж не вижу этого квадрата. Вот он. Видите? Стизита. Ой, я не могу. Красавчик. Кстати, это будет сейчас по красоте, ребята. Смотрите. И на... На, просто не доплыл. Вот это красавчик просто. Смотрите, плывет такой чихпых-чихпых. Обломали парня. Нечего тут.